Проход не будет. Свободу политзаключенным! Свободу политзаключенным! Ожидать хочется справедливого приговора, но рассчитывать на него не приходится, к сожалению. Поэтому рассчитываю хотя бы лет на 5. Из тюрьмы, хотя очень не хочу в тюрьму. Я очень люблю жизнь. Помимо, это ужас что? Вам этого не понять, понимаете, у вас... Это ритуальная жертва, как вот раньше, чтобы пошел дождь, жрецы убивали там или юношу, или девушку, просто убивали, чтобы пошел дождь. А здесь вот это принесли ритуальную жертву, чтобы мы боялись, это страшно. То, что происходит, просто страшно. Я очень надеюсь, что я ошибался, потому что меня вот такой ужас охватывает.